Одесская городская власть продолжает ремонтировать дороги, но ремонтируют так, чтобы уже после ремонта дорожному полотну снова потребовался ремонт. На видео, опубликованном в социальных сетях одесситкой Татьяной Добань, видно, как профессионально, в кавычках, был уложен асфальт на одной из городских улиц. Тут, кажется, наша обычная рубрика «Не проходите мимо». Вот и одесситка Татьяна Довба не прошла мимо и сняла на свой мобильный телефон только что уложенный асфальт переулке Александра Невского. Вот что она пишет в соцсетях, цитируем. «У нас в переулке Александра Невского новый асфальт положили». Ну как положили? Через одно место. И Facebook уже блокирует публикации с указанием высокоуважаемых имен, ответственных за такого качества работу. «Я в поддержку дублирую видео работы». Конец цитаты. Собственно, если судить по видео, асфальт тут не совсем уложен, скорее брошен. Как попало и куда попало. Причем попало мимо проезжей части, а скорее на тротуарную плитку. Интересно, как быстро эти асфальтные кучи окажутся смыты дождем, если ближайшие несколько дней синоптики обещают ливни. Впрочем, у дорожников снова найдется стимул для работы, а у городских властей повод выделить на ремонт дороги еще энную сумму денег из нашего кармана.